Чай там пробовать дают? Дают, конечно. Бесплатно попробовать. И улун чай было молочный, алюминиевая стога, тахунбао, и большой халат. Все фруктовое, все есть, много хорошего. Пуэра, много хорошего чай, вкусный, фабрика. Хорошо, хорошо. Всем привет. Мы хотим посоветовать местечко, где купить хороший чай. Это чай Вани. Уже не первый раз, когда мы сюда приходим, здесь мы видим очень-очень много народу. Постоянно люди приходят за чаем, пьют, пробуют и покупают. А дальше, если пройти по улицам, вот в этих павильонах, там много чайных есть, и народу вообще у них нету. Вот сколько раз мы сюда приходили, там пустые чайные. А здесь же постоянно кто-то есть. Очень приветливые ребята, Ваня, Настя. Они расскажут о каждом чае все подробно, что вас интересует. Цены и качество у них очень приемлемые, и всегда они делают скидочки, подарочки. Приходите, мы всем советуем, это самое классное чайное. Мы здесь очень-очень много чая взяли. Или они открываются сама. Открывается, да? Такой. Потом стоит примерно на 7-8 секунд. И сразу побьем. Такая почта вот эта вкусная. Еще чуть-чуть сладкий не дают, такая. Если долгое время остается, будет корни, короче, это почитает. Чем быстрее начинаешь пить, тем лучше. Чем лучше, да, так бы сказать. А сколько раз можно заваривать 7-8 раз заваривать. Угу. Да. А это потом еще листом можно поем, такого. Листа поешь. Чай наложницы императора. Весь чай, который мы сейчас пробуем, мы пробовали на фабрике, да? Но пока вкусы совпадают, те, что были на фабрике и здесь. Только здесь намного дешевле. Смотри, это какая линия. Ага. Да. Это потоньше, а та потолще. Да. Угу. Семнадцать лет пуэру, 700 рублей и 250 грамм. Также можно подойти и открыть каждую баночку, понюхать тот чай, который вам понравился, они заварят. Вы попробуйте. Упаковывают здесь в обычные вот небольшие упаковочки, вот такие большие. Есть еще вакуум у них. Также косметика. Также здесь есть горячительные напиточки. Это водочка кокосовая. А это коньячок, который стоит 8 юаней, то есть 80 рублей. А русские были здесь и говорили, что очень вкусный коньячок. Ну и водочка. Есть еще вот такая водочка. Тоже говорят, очень-очень вкусная. Также разные конфетки, мангустин, кокос, по 5 юаней, 50 рублей, дуриан и манго, очень вкусные конфеты. Вань, спасибо большое тебе.
Мы еще раз приедем, снова вернемся к вам. Да, спасибо, Настюш? Спасибо вам. Ой, спасибо большое. Спасибо. Все, Годжи. Годжи? Да. Спасибо. Все, ребят, вы молодцы. Спасибо большое. Потом тебе скинемся. Да, да. Все. Все, счастливо. Вишенка моя молодая. Вишенка моя молодая, зайка. И чайка выпадает, все, ты его возьмешь.